Спортсмены из города Кубань.
Thank you.
Уважаемые коллеги, от коллектива главного швейцарского управления юстиции
Дорогие друзья, дорогие участники соревнований «Северная Пальмира» 2021 года, передаю вам большой привет. К большому сожалению, я не смогу в этот раз быть с вами, но вас ждут яркие впечатления, красивые бои, хорошие спортсмены. Я уверен, что соревнования будут проведены, как всегда, на самом высоком уровне. Организаторы Федерации Тэквондо Санкт-Петербурга во главе с Олегом Криворуком совместно с судейской коллегией во главе с Максимом Зинхеновичем Кимом и Петросом Константиновичем Микаэляном сделают все возможное для того, чтобы эти соревнования были в очередной раз красивыми, красочными, незабываемыми. Побед, ярких впечатлений и до скорой встречи! Гости и спортсмены. Хочу поздравить Федерацию Санкт-Петербурга с 15-м юбилейным турниром Кубок Северной Пальмиры. Желаю всем удачи и побед!
Для Антона три где? Макс? Yeah.
Вновь встретимся через год на берегах.